Коллеги, и вновь в эфире Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, мы из Переславля-Залесского. Компания «Переславский завод минеральных вод». Мы занимаемся производством питьевой воды высшей категории. Также у нас новая линейка – это морсы, натуральные морсы, правильные и вкусные. Нам очень интересно, как происходит ваше производство, где вы берете воду? Наша скважина находится глубоко и далеко в лесу, глубиной 170 метров. Это артезианская скважина. Также для морсов мы заключили очень интересный и выгодный контракт для нас с Вологодской областью и поставляем полностью ягоды, пюре, соки только с Вологды, только правильный продукт, натуральный и качественный, только для наших потребителей. Расскажите, в каком регионе вас уже можно найти на прилавках? Да, Ярославская область, Московская область, Ленинградская область, Тверь, Череповец, Вологда, обязательно Иваново. Город невест. Я надеюсь, что эта выставка вам подарила еще дополнительные контакты, которые помогут вам представить ваш товар еще более широко. Да, конечно. Мы уже участвуем третий год подряд. У нас заключены договора с Белоруссией, с Казахстаном. А сейчас идет подписание с Арменией, идет разработка как бы договорной части. Да, все верно. Здорово. Я надеюсь, что мы увидимся и в следующем году на нашей выставке, и у вас будет еще больше широкая линейка ваших напитков. Но нам очень хочется узнать, правда вкусно? Морсы настоящие, натуральные, никакой химии? Да, конечно, они натуральные, они насыщенные, они яркие. Вы попробуете, вы влюбитесь в наш продукт, вы придете к нам еще раз и купите наши морсы, потому что черная смородина, она насыщает вас энергией, здоровьем. Клюква, вишня, облепиха – это самые ягоды натуральные наши, российские. Пейте наши лимонады, также морсы и водичку нашу правильную. Спасибо огромное. Я надеюсь, что выставка подарит вам новые контакты. И я, как конечный потребитель, с удовольствием в ближайшем магазине к своему дому найду скоро вашу водичку и морса. Спасибо большое за общение. Спасибо вам. До скорой встречи.